Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ-блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях неперевершена Олександра Пришметілова. Привіт. Так, вітаю, радий бачити, як взаємно. Завжди. Так, хотілося б одразу перейти до такої серйозної теми, дуже серйозної теми. Це вона пов'язана з трьома кандидатами. Це передача, яку безпосередньо ти ведеш, ти у нас саме найголовніша там людина. І хотілося б, ну, запитати, як справи? Ми можемо говорити, поки ми тут з тобою вдвоєм, і парні не слышать. А вони тебе не дивляться, я їх запитував, так що ми можемо спокійно обсуждати. І навіть у нас три равних кандидата, і думаю, що на правах, скажімо, реклами можу сказати, що всі мають совершенно равні. Всі равні, але хто-то равніє. Ну, нет, ну, знаешь, как папа скажет, так по маминому и будет. Ну, приблизительно такая, да. Вот хотелось бы запитать, что цікавого, что нового, как вы... То есть ты хочешь сказать, что ты смотрел, да? Обрадуй меня, скажи, что ты... Три кандидата, я каждую серию переглядаю. Любимая программа. Да, сама... Ну, нет. Нет, дуже класна программа. Да, дуже класна программа. Я відверто вам кажу, всі серії я переглядав і особливо хочу переглянути наступну. Да, тому що я чув, що там достатньо така серйозна, відома, цікава людина. Ну, всі відомі, всі цікаві, а от... Давай тоді, пользуясь случаем, зробимо анонс. Ми чекаємо всіх зрителей, всіх любителей нашої програми. І ті, хто ще ні разу не смотрел, теж приходите, посмотрите в суботу. Утром мы вас приглашаем на новый выпуск. У нас будет эксклюзивный гость, супер-гест-стар. В гостях у нас на этой неделе Василий Голованов. Не кто-то там, а сам. Василий Голованов. Голованов, да. Вот. Спасибо Василию, что смог найти в своем плотном графике время, несмотря на сложные тоже обстоятельства, приехал к нам в студию. Ну да, уже, зараз пошутил уже на целый час. Приедешь, вот, да. Нашутил. Вот. И я думаю, что те, кто любят искрометный юмор, с вкраплениями аналитики, или наоборот, аналитику с большими вкраплениями юмора, вас ждет большое эстетическое, юмористическое удовольствие. А теперь от трех кандидатов мы перейдем до того слова, яке вже знають навіть маленькі-маленькі діти, вони ходять і питають у своїх батьків: мама, папа, коли вже піде геть коронавірус? От, як особисто ти цей період часу, ну, як щось змінилось в твоєму житті? Може, щось зручніше стало, щось навпаки, може? Як пройшли 4 дні карантину? Собственних, ну, смотри, адаптируемся, привыкаем, меняемся. Мне кажется, что очень сложно людям в первую очередь какие-то обыденные свои привычные рутину как-то адаптировать. Элементарные привычки даже поменять. То есть такое, на мой взгляд, какое-то такое еще гибридное, трансформационное состояние, когда ты вроде уже чего-то стараешься не делать, но что-то делаешь по инерции, привычке, еще куда-то можешь по работе съездить. Ну, это, конечно, все минимизировано однозначно, потому что сокращены все возможные, которые были контакты, встречи, они либо переведены там в телефонный, видео, формат связи. Ну, вот как раз встречи почти все в онлайне проходят, а эфиры еще не все можно перевести в этот режим, хотя я смотрю, что много каналов действительно... Не могу сказать, что полностью вещание переводят, но, смотри, частично. Допустим, выходного дня студии гостевые почти везде закрыты. Есть варианты, когда будут думать над тем, чтобы делать 1-2 дня в неделю без гостей, переводить, допустим, на скайп. Возможно, часы какие-то. Ну, то есть минимизировать количество людей, задействованных в процессе телевидения, ну и, конечно, гостей. Поберечь всех, потому что давайте понимать, что мы до конца не знаем, какие меры будут приняты в ближайшее время, будет ли какое-то сокращение наших с вами прав и свобод, да, или там от возможности передвижения и других ограничений в ближайшие дни, как будет сильно разрастаться проблема, потому что давайте понимать, что на данный момент, вот в пятницу, мы не имеем еще нужного количества тестов. Нам обещано, что на выходных вот прям
придет эта большая посылка из Китая с тестами анонсированными. До речі, із Китая, над яким, в принципі, весь світ трохи так, ну, не те, щоб посміхався, а зухтіхалося. Ну, казали, що оці китайці, вони довели до того, що вони от захворіли, ми не хворіємо. Предусмотрели, там ще щось вовремя пропустили. І тепер виходить, що, в принципі, Китай будет з цієї пастки... Весь мир спасати. Да. Ну, давай понимать, что Украина, несмотря на то, что проинформирована была достаточно давно, да и пока наша официальная статистика одна из лучших, давай понимать, но этот вопрос, мне кажется, нет теста, нет проблем. Mm-hmm. Вот этот пока, исходя из таких соображений, посмотрим, какая будет картина, как будет меняться. Тем более, даже за последние дни видим, что количество инфицированных, заболевших, даже летальные случаи пока увеличиваются. Не в том количестве, как, конечно, в других государствах, но, опять-таки, это, скорее всего, из-за того, что мы не знаем до конца достеменно всю реальную статистику. Ну, в принципе, официальную статистику у нас, ну, поки что немає тестов, тобто нас еще до конца не налякали. Да. Тобто мы поки что еще можем так трошечки посмехаться, трохи радіти и дивитися, что у нас достаточно непогана погода. Сьогодні. Завтра вже буде все по-інакшому. Але давайте, да, не втрачати оптимізму. І тим паче, от зараз я дивлюся на твою зачіску і от думаю, як ти це зробила? Тому що я, наприклад, вже не можу до перукарень ніяк попасти. Ну, в принципі, ви бачите. Тобто ти так накрутити не можеш? Да, і якщо буде продовження... А обично ти робиш, так? Ну, переважно я роблю так, що в мене волосся не таке довге. От, і мені зручніше там нагелювати, щось таке зробити. А, в принципі, якщо так продовжиться, через місяць я вже буду такий... Прихожу на один із ефірів, на один із телеканалів, буквально на днях, і одне з телеведучих розчесовує шньем так, и такую прическу делать. Ну и, а по цвету у ведущего и у ведущей цвет волос одинаковый. Но я пошутила, что на самом деле это челка ведущего. Ну, все посмеялись. Мне кажется, что, сейчас возвращаясь к твоему вопросу, как спасаться пока на данном этапе, не только радоваться погоде, но и, конечно, себя как-то бодрить, не падать духом, не унывать, не окунаться полноценно во всю проблему, нагнетая ее в себе, потому что у паники, как говорят, есть запах, да, вот она передается так же воздушно-капельным путем, как и вирус. Поэтому вот no panic. По поводу прически, скажу тебе так, ряд телеканалов ограничили количество гримеров или вообще их убрали как услугу, поэтому не везде удается сделать красивый макияж, сделать прическу, но надо знать. Может, саме так будет выглядеть фильм «Апокалипсис», когда люди будут вот такие заходить, зачухані с ногтями, с волоссям таким неприятным. Я тебе хочу сказать, что аудитория по-разному откликается, потому что вот недавно была дискуссия в соцсетях, у нас же с тобой топ-блогеры, я в Инстаграме увидела обращение Руслана Лежичка, у нас такая спевачка украинская, выступала, да, на Евровидении, помню, знаю. Да. И она обратилась к аудитории журнала «Вива» и вроде как вышла к ним там с месседжем. И она была без макияжа, там, без начеса. То основная масса как раз негатива была связана, типа, ой, что, прежде чем снимать, не могла там что-то накрасить. С другой стороны, есть обратная сторона, когда масса мировых голливудских звезд делают трансляции чуть ли не с кровати. Он, да, мы вспоминали, Робби Уильямс поет, сидя в кровати, развлекает народ. Там еще какие-то нюансы. То есть совершенно разное восприятие. Кто-то показывает, очень много вот телеканалов показывает примеры, как их журналисты справляются, допустим, с самоизоляцией. То есть они делают какой-то график, когда кто-то работает, а кто-то может этот день провести дома и работать из дому. Это показывает, и как спортом занимаются, и как, ну, как себя развлекают. Потому что многие люди удивлены, что делать с таким количеством свободного времени, да? Чем себя занять. Именно поэтому нам... Дай Боже, они как возьмут, то начнут читать книжки, да. Это какой-то жах будет просто. Ну, посмотрим, наступит ли этот день, потому что мне пока кажется, что... Еще не та стадия, знаешь, еще не все так тяжело. Поэтому пока развлекаться сериалами. Треба интернет, да, пока... я забыл. Вот, да, вот это еще чуть-чуть надо подождать. И может, да, действительно, какой-нибудь томик там из Сервантика достанется или из какой-нибудь там книжной полки, вспомнят про классику, начнут читать, думать, обсуждать, не знаю, конспектировать, не дай бог. Вот, ну... Є такі люди, які, в принципі, мають можливість залишитися вдома, але є люди, які, ну, постійно мають бути на роботі. Да. От, наприклад, як ми такі відповідальні, і на нас це тримається.
І от питання, отакі люди, на яких все тримається, вони як мають добиратися до роботи, якщо, наприклад, у них немає власного автомобіля? Я до чого веду? Да. Просто зараз пішла така новина, що взагалі водії маршруток, вони зараз відмовляються, тобто пишуть, звільняються за власний рахунок, в відпустку відходять, тому що вони кажуть, що ми не можемо там перевозити людей по 10, бо нам це не вигідно. А по-друге, якщо входить 11-та людина, то там такий бойцовський клуб починається, що мама не горюй. Ну, непонятно, кого, хто з них 11-й, знаєш, він вже може зайти 11-м і сказати, що він перший на самом деле. Вот. Очень многослойный вопрос. Давай начнем с телеканалов, вообще журналистов. Но это группа риска всегда. Эти люди информируют общество. Они бывают на передовой в горячих точках. Ну, то есть, скажем так, в разную погоду. Работают независимо от того. И должны делать свою работу для того, чтобы люди своевременно получали информацию правдивую, чтобы не было искривлений, еще каких-то нюансов. Есть своя специфика. С другой стороны, телеканалы, на мой взгляд, отнеслись все очень ответственно. Во-первых, потому что они получают информацию чуть ли не самыми одними из первых, да, и понимают серьезность обстоятельств. Первые перелякуются, да? Да. Поэтому телеканалы в плане дезинфекции, защиты и остальных нюансов, мне кажется, они на шаг вперед. Да, остальные... наш телеканал, до речи, особенно, да, ручки отработали, все ручки стоим в метре друг от друга, все соблюдено. Вот, даже 10 человек рядом нет. Поэтому все по стандартам. С другой стороны, относительно водителей. Смотри, как добираться. Нам еще грех жаловаться, потому что в основном, да, добираемся или на авто, или на такси. Потому что каких-то специальных развозок, я смеюсь, говорю, какой-то там шаттл, который ездит по Киеву с надписью «Эксперты», его нету. Почему? Непонятно. Вот, мне кажется, его должны создать, возить, но его нету. И по факту приходится искать какие-то альтернативные способы. Это либо собственный транспорт, либо действительно такси. Общаясь с таксистами, кстати, которые думали все, что вот у таксиста золотое время, они прям. На самом деле сказали, что есть... Я бы сказал, на 100 сутки. Нет, это не так. Люди действительно меньше ездят. Город пустой, это все отмечают. Он в привычных пробках только в пиковые периоды. То есть это добираться на работу, с работой, то есть какими-то, знаешь, волнами. Это не целый день, когда раньше не добраться. И вот днем пусто, в основном таксисты, которые раньше занимались там тоже, там, отвезти там, условно, на обед, с обеда, детей, каких, ну, в вечерние какие-то мероприятия. Это все отпало, поэтому в основном сейчас пик только развести всех на работу. Таксистов в городе очень много. Поэтому нельзя сказать, что у них прям горячая-горячая пора. Относительно штрафов и добираться, конечно, очень сильный ажиотаж на остановках, и люди, особенно у которых маршруты очень тяжелые, им сложно добираться, это занимает большое количество времени, по несколько часов люди тратят для того, чтобы добраться. Город большой, он, ну, не скажу, что очень удобный в плане логистики, это действительно, мне кажется, сейчас... Ну, он зручный, еще против метро. Да, еще больше мы сейчас увидим тех проблем, которые есть, но давай объективно. Есть районы без метро, есть районы, в которых не увеличилось количество маршруток или там троллейбусов, и все. Ну, то есть это занимает больше времени. Конечно, без надобности, еще раз пользуясь случаем, лучше не выходить никуда. И поймите, там вот мы даже приезжая на работу, это ну, точечно, это приехал, это записал эфир, и ты как-то побыстрее. Есть же люди, уходят на работу, они все... Воздушные поцелуи, да, и... Целый день, и вот ты говорил, что есть же профессии, которые, особенно сейчас говорят, стратегические предприятия, да, ряд других, ну нельзя их... просто дистанционно перевести. Я вот представляю, какая-нибудь, знаешь, там, атомная станция работает дистанционно. Ну, или что-нибудь другое. Потому что вот от элементарного... Это классно, через TeamViewer реактором управлять. Я думаю, что все это высокотехнологическое управление. С другой стороны, есть масса проблем, которые бытового характера. Ну, попробуй элементарно сейчас вызвать какую-то услугу. Не знаю, там, сантехника или электрика, или еще что-нибудь. Но сфера услуг, их же надо найти, чтобы он еще дистанционно к тебе приехал, согласился. Поэтому вот мне кажется, что сейчас будут определенные сложности, действительно сложности, с которых люди еще не до конца отслеживают. С другой стороны, есть явные проблемы. Очень сложно добраться медикам, это уже все констатируют. В основном в городах-миллионниках медперсонал, особенно медсестры, санитарки, они живут за городами-миллионниками, не в Киеве, Одессе, Львове, там, Днепре, Харькове.
Они живут в округе, то есть это по области. Им добираться там большой километраж, им очень это сложно сделать, пока подвоз их не... еще, скажем так, далеко не отработан. Возможно, государство примет какие-то меры, и это в ближайшее время будет сделано, но пока это вытягивается за счет волонтеров, за счет неравнодушных, или остаются работать те смены, хотя они не могут работать постоянно, да, которым быстрее добраться или выходят чаще, то есть меняются графики. Пока это очень серьезная проблема, да и, честно говоря, и судя по звонкам в студии, которые мы видим, и отзывам, у них мизерные зарплаты, и они стоят сейчас перед большой дилеммой, да, подвергать своей жизни опасности или оставаться действительно на рабочих местах. Многие из них сейчас запустили флешмоб «Мы остаемся на работе ради вас, останьтесь дома ради нас». Я думаю, что многие видели по соцсетям, да, и да, надо да. их тоже в этом поддержать и поблагодарить за то, что они героически, да, справляются со своей работой, со своей спецификой работы, и пожелать им всем крепчайшего здоровья, и чтобы у всех были средства защиты при контактах, потому что мы не, до конца еще не поймем, какое количество зараженного населения мы будем иметь, насколько мы действительно подготовлены к этому, поэтому на медиках будет очень серьезная нагрузка. Ну, на жаль, медики – це ті люди, про яких ми згадуємо тільки тоді. Ну, ми о многих коли, так вспоминаємо, да, 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 да. І це дуже погана риса, да. Наприклад, в той же самой Іспанії, коли вірусового запитали, там жінка вірусових, ну, як, давайте, рятуйте нас. Вона каже, а що ви хочете, якщо ви зараз платите футболістам мільйони євро, а медики отримуєте 1800 євро. Вона каже, будь ласка, звертайтесь до Мессі і до Рональдо, нехай вони вас лікують. А 3 тисячі, як получають у нас медсестра гривен, або 4 тисячі, як получають гривен, водитель скорої допомоги, куди ці люди, що вони можуть сказати? Ну, це у них маса недовольства, да? Потому что мы видим, что государству Украины и непосредственно мировым правительствам... А может, этот вирус, он направлен на то, чтобы показать людям... Ну, слабые нам, места? Государства? Да, приоритеты, которые нужно, ну, ставить приоритеты. Потому что я, ну, сейчас... Мне постоянно пригадывается пані Супрун, яка, в принципе, вирішила зробити медреформу, и 1 квітня мало бы закритися тубдиспансери. Я так розумію, що вони, я сподіваюся, що вони не закриються, але багато що було зроблено. І, в принципі, зараз ми це будемо я сподіваюся, що не буде розповсюдження коронавірусу, але якщо це дійсно відбудеться, то нам аукнеться ця медреформа. Ну, давай понимать, что медицину все равно ломали не только руками Супрун. Это длительная работа по разрушению. С другой стороны, я понимаю, что у нас все не самым лучшим образом, но и не самым плохим образом в мире. У нас есть черта у украинцев все сгущать и быть недовольными. На самом деле мы многом не ценим те блага, которые у нас есть. И урбанистические, и социальные, и экономические, и ряд других. Ну, то есть, на самом деле, есть государства, в которых все гораздо хуже. Но понятно, что мы просто понимаем, что могло быть иначе. При потенциале таком серьезном государстве, многомиллионном, совершенно другая картина могла быть. Да и мы же все реформируем не для того, чтобы добить, якобы, а для того, чтобы улучшить, а все получается по-другому. То, что оголит все проблемы, как однозначно мы увидим все проблемные места, однозначно. Смотри, даже элементарно. Вот у нас пошла тенденция, давайте все приватизируем, все государственные предприятия, особенно стратегические. Ну, а что там, мы им все равно не пользуемся. И вот, допустим, элементарно там спирт. Да, каким мы зараз? Который мы сейчас массово вынуждены да, дезинфицировать помещение, руки, и он сейчас да, смешиваем с глицерином, и это да. достаточно, чтобы вам не так шкодило шкиру, да, это на заметку того глядачи. Вот, ну и знаешь, как бы, вот беда пришла откуда не ждали, и казалось бы, ну зачем нам, господи, пускай будут собственники каких-то там заводов, все же думали, что это исключительно там алкогольная какая-то сфера, а вот как оно проявилось? Стратегически важно объект. Или там, не знаю, вот Гончарук перед уходом с Артем Солью момент, да, то есть опять-таки у нас монополист добыча соли только Артемовский завод, и вот называется, а давайте мы все отдадим, продадим и будем сидеть. Ну, понятно, что, скажем так, нам часто кажется, что
зачем нам соль, а зачем нам спирт, а зачем нам железная дорога. Как пока все есть, знаешь, кажется, что ну вот что имеем, не храним, потерявши плачем. Ну вот такие моменты они показывают действительно, обратите внимание, сейчас масса экономик, государств переориентируется исключительно на внутренний закрытый цикл, покупать только отечественного производителя, производить все, что нужно государству, стараться переквалифицироваться, меньше закупать. То есть вот посмотрим, насколько украинская экономика готова к коронавирусу. Сейчас даже термин такой «вирус в экономике», да, потому что он поражает не только человеческие тела, но и непосредственно экономическую составляющую, экономику, и грызет ее. Он прощупывает полностью инфраструктуру Украины, насколько она готова. Перепрограммирует ее, да. Да, и в принципе мы тогда, если шукать какой-то позитив, то мы можем сказать, что в принципе мы сейчас имеем возможность проверить стан нашей державы, стосовно інфраструктури, стосовно людської відповідальності, тому що деякі люди, ну... Я тебе напомню, що бюджет, по якому ми живемо 2020 року, він називається чоловік-орієнтований. Тобто там чоловік в центрі всіх потребностей. Ну, чуваємо, правда, чоловік-орієнтований в бюджеті? Дуже. От мені кажеться, що хотілося б, щоб іноді нас... хочеться попросити, будь ласка, давайте на нас не так орієнтуйтесь, да? Да, сильно. Давайте трохи послабше. Котиках, да, тренируйтесь. Ну вот глобально, я думаю, что да, вызовы очень серьезные. Как мы к ним подойдем? Сможем ли мы действительно дать хороший качественный ответ, полноценный? Во-вторых, сможем ли мы интегрироваться в мировой глобальный мир? Потому что я думаю, что определенная кооперация, взаимовыручка, помощь, она должна сейчас проявляться. И те государства, которые смогут, ну, скажем так, возможно, какие-то новые союзы, возможно, новые экономические какие-то соглашения. Это все... Для меня новина стала, например, что Італія, коли попросила допомогу від Німеччини, то, в принципі, Німеччина відмовилась. Мескузі, тому що, да, мескузі, пардон, муа, і данкішон, як вони сказали. У нас, типу, зараз ми очікуємо у себе проблеми, так що ви розбирайтесь, будь ласка, самі. І відтоді Італії допомагала Куба, допомагав той же самий Китай, який нам допомагає. То, в принципі, якщо, ну, знов ми повертаємося на рівень людських відносин, то італійці з німцями не почувають себе як люди, які живуть в одній такій організації. Ніколи не станемо братьями, да? Да, от щось таке. Як по-італійськи буде? «Но фротелло». Да. Ну, знаєш... Очень... Мы такие вопросы с тобой подняли, хоть и в шуточной форме, но ведь важные вопросы. Это вызов для Европейского Союза. Очень многие коллеги, эксперты считают, что этот вызов может быть последний, знаешь, последним гвоздем в крышку в идеи вот этого союза европейских государств. Кто-то, наоборот, говорит, что будет некая реинкарнация, знаешь, переосмысление и еще большая кооперация. Вот тут проявится... человечность. Ведь мы читаем новости, что да, где-то избили водителя, а где-то мы, наоборот, читаем новости, где помогли, подвезли. Закупили какие-то необходимые медикаменты, купили продуктов, занесли одинокой соседке. Очень много действительно человечных поступков. Поэтому давайте концентрироваться на те же флешмобы. Да? Кто-то смотрит, как забрасывают камнями, а кто-то поет песни из балконов. Поэтому все от нас зависит. Кто-то хлопает, когда медики возвращаются со смены. Все по-разному реагируют. Мне кажется, что давайте еще концентрироваться не только на негативе, его будет много, и проявлений будет много. Но давайте понимать, что еще больше проявлений доброты, еще больше сострадания, еще больше солидарности, еще больше неравнодушных людей. Поэтому давайте это тоже замечать, потому что это важно. Ведь мы все хотим элементарно жить, мы все хотим, чтобы нам оказали помощь. Мы благодарим только, когда ее оказывают, и очень сильно злимся, если вдруг мы ее не получаем или получаем не в той очередности, как нам хотелось и казалось для нас справедливым. Давайте понимать, что мы, во-первых, не одни, соблюдать дистанции во всех отношениях, и те, которые меры нам
анонсированы и попросят нас, чтобы мы держали дистанцию не меньше метра, да? Ну и во всех отношениях точно так же. Будьте вдячны. Понимать, что в магазин ты пришел не один, понимать, что в аптеку точно так же не надо там унести с собой все. Ну и вот элементарно понимать, что границы твоей свободы начинаются, заканчиваются там, где начинаются, заканчиваются границы свободы другого гражданина. Вот это очень важно. Поэтому мне кажется, что это такое время, знаешь, не только почитать, погулять по виртуальным музеям, вот, посмотреть все выпуски travel каких-то там блогеров. Может, цей час трохи зупинитися подумать, да, і подумати. Именно подумать. Я вот думаю, что такое внутреннее время для размышлений, найти какую-то, не знаю, там... смысл, истины, приоритеты, какие-то моральные постулаты. Вот себя перезагрузить. Ведь все хотят найти эту кнопочку, знаешь, рестарт, ну, или несколько у кого сколько, да? Свой Ctrl-Alt-Delete или какая там у кого. И перезагрузить, обновить свои настройки внутренние и уже как-то вздохнуть потом с облегчением. Потому что я думаю, что мы обязательно все выстоим. Да, это будет серьезный вызов для мира, для каждой отдельно взятой страны. І я думаю, що все-таки хочу в це вірити. Все буде добре. Конечно. Закінчимо класиком, да? Конечно. Екс головою партії «Голос». Снова півцом, да? Давай так. Снова півцом. Да, да. Ну, як Фенікс він возродився. Олександра, дуже дякую за цей позитив, за цю позитивну інформацію. Обязательно в суботу посмотрите три кандидата. Не забувайте, да, три кандидата в 11:15 в суботу. Да. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів і давайте подивимось, що вони нам сьогодні розкажуть. В Украине подтвердили еще два случая заражения коронавирусом. Таким образом, сейчас в Украине 5 подтвержденных случаев, что, конечно же, вызывает большие сомнения. При просто миллионе въехавших вчера и на днях украинцев, которые возвращались из Польши, из Италии до этого, мало верится. Мало верится, потому что мало тестов на коронавирус, мало верится, потому что мало кто проводит эти тесты, мало кто берет анализы, берет кровь, как бы, чтобы проверить, поэтому и мало верится. Вместе с тем, карантин официально вводится завтра, с завтрашнего дня уже не будет никаких ни ресторанов, там, ни торговых центров, салоны красоты закрываются, и по возможности вообще считается, что нужно сидеть дома. Работать тоже нужно дома. Я не знаю, какая ситуация сейчас складывается официально в Украине, потому что официально говорят, что не надо выходить из дома, а неофициально я не знаю, как вы работаете или не работаете, будете ездить на работу. Потому что я могу говорить о ситуации, в которой нахожусь я. На данный момент в Европе все по возможности остались работать дома. То есть кто может себе это позволить, кроме каких-то, конечно, перевозок, кроме продуктовых, это запрещено, чтобы продуктовые закрывались и аптеки, чтобы закрывались, они работают. Но все по возможности остались работать дома. Дороги точно так же контролируются, перекрываются, смотрят, кто куда едет, зачем едет. То есть в Европе делают все для того, чтобы люди не собирались вместе, по максимуму ограничили свой выход из дома. Если кто-то выходит на улицу, у него спрашивают, зачем он выходит, полиция может встретить. Если кто-то катается на велосипеде или если кто-то делает пробежку, обязательно отправят домой, потому что сейчас не время таким заниматься. Можно выходить с собаками, можно ходить в продуктовые, но стараются ограничить это все. Как происходит в Украине на деле, а не официально, я не знаю, но вместе с тем я очень надеюсь на ответственность ваших работодателей, я очень надеюсь на ответственность властей. И это, конечно, глупо, потому что в Украине это все работать не будет. Вы можете сами сесть и ответить себе на простые вопросы. Если человек возвращается из Европы, украинец, и у него кашель и температура, во-первых, как быстро он обратится к врачу? Кто, где и когда проводит тесты на коронавирус? Вы лично это знаете? Вы видели много людей, которым проводили тесты на коронавирусы? С начала года, заявляют МОЗ, получили 94 подозрения на коронавирус. То есть вы действительно считаете, что всего 94 раза у украинцев были температура и сухой кашель? Сейчас задача властей информировать своих граждан. А задача граждан быть ответственными и относиться с уважением ко всем окружающим и не считать, что только вы центр этой вселенной,
И только вы знаете, как правильно, и только вы самый умный. Потому что даже самые развитые страны, Европа, США, Канада, сейчас спасаются исключительно тем, что сидят дома, что проводят время на карантине, и что понимают, что только таким общим единением они могут победить болезнь, которая, как известно уже, это необычный грипп, потому что в Италии на данный момент процент смертности это практически 7%. Это не смешно, это много. Тут немає табу. Дуже вдячний тобі за цей ефір. Дуже приємно було. Ну, я набрався позитиву просто. У мене є надія на те, що наступний тиждень він буде таким полегше пройде, ніж цей. І все у нас закінчиться добре. Це тільки тому, що ти через жовті очки смотриш на жовту. Це у тебе просто исключительно такі, да. Ощущення і мир ощущення. Кстати, це ж теж вихід. Одягайте жовті очки, і мир буде немножко ярче, немножко веселее. Вот, всім позитива. Всім позитива. Дорогі друзі, з вами була програма ТБУ «Топ-блогер України». Ми і надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами і не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого, не хворійте. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah. Ah.